Выборы 2024, подготовка к единому дню голосования в активной фазе. В Центризбиркоме Беларуси рассказали, каким образом можно будет проголосовать не по прописке. Законодательство также позволяет дополнительно включаться в списки для голосования тем гражданам, которые не зарегистрированы на территории участка для голосования, но проживают здесь, в том случае, если у гражданина есть документ, подтверждающий его проживание на территории соответствующего участка, например, договор найма. Такая категория граждан должна обратиться в участковую избирательную комиссию до 25 февраля, предоставить вот этот документ, подтверждающий проживание, и по закону такие избиратели имеют право дополнительно включиться в списки по месту своего проживания. На сегодняшний день продолжается сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты. Избиратели вправе отдать свои подписи в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты как в Палату представителей Национального собрания, так и в местные советы. Напомним, процедура выдвижения кандидатов продлится до 15 января включительно. Выборы в Беларуси пройдут 25 февраля в единый день голосования.